12 раундов боя в полутяжелом весе между чемпионом Натом Клеверли и вот этим парнем из славного города Челябинска Сергеем Ковалевым. Он гость сегодня на этом ринге. Но нельзя сказать, что приятный гость, поскольку за всю его карьеру мало кто ушел от него на своих ногах. Что-то будет сегодня. Ковалев демонстрирует вот тот самый старый добрый бокс, который так любит зритель. Поскольку у него по заряду динамита в каждом кулаке, прекрасные нервы, расчет, хладнокровие, умение спокойно самые сложные ситуации выдерживать в ринге. Натан Клеверли. Чемпион по версии Всемирной боксерской организации. Напоминаю, это полутяжи, это значит большие ребята. Клеверли, у него рост 188 сантиметров, вес 79 килограмм. Но это на взвешивание, сейчас-то они уже наверняка побольше весят. Грозная репутация противника Клеверли совершенно не смущает. Он говорит, что он знает, как справляться с нокаутерами. И не скрывает, какой тактики будет придерживаться. Тактика будет заключаться в том, что будет много движения и много ударов. Все это будет направлено на то, чтобы сбить противника с прицела, навязать ему свою волю в бою, ну а там уже как получится. Я хочу сказать, что сейчас на мировом ринге появилось несколько наших ребят, наших боксеров, которые заявили о себе. Которые заявили о себе таким образом, что вот эти печальные размышления о спаде мирового бокса как-то уже, так сказать, отступают на второй план, когда появились такие ребята, как Головкин, Проводников, Ковалев. Да, поддержка здесь будет оглушительная у Ната Клеверли. Он местный герой. Все ждут от него победы, естественно. Ну, я, по-моему, уже говорил о том, что все это мероприятие происходит в Уэльсе. Уэльсы очень гордятся тем, что они уэльсы. И вообще все это мероприятие, которое сейчас мы с вами наблюдаем, сопровождалось хоровым пением уэльского гимна. В общем, сами можете догадаться или увидеть и услышать, какова поддержка у чемпиона. Сергей Ковалев из Челябинска. 21 победа, 19 нокаутом, одна ничья. Ну, не очень любезно встречают Ковалева. А что же вы ожидали? Естественно. 26 лет Нату Клеверли. У него 26 побед, 12 нокаутов. Сами понимаете, что этот процент досрочных побед говорит сам за себя. Не страшный панчер Нат Клеверли. Но это ничего не значит.
Мы знаем прекрасных боксеров, которые редко заканчивали бои раньше срока. Обычные наставления о том, куда можно бить, куда нельзя, слушать команды и пусть победит сильнее. Удачи вам обоим. Что вообще затруднительно, конечно. У кого-то удачи должно быть больше. Первый раунд. Я уже говорил о том, что единственный способ у Клеверли не прозевать этот убийственный удар Ковалева, это навязать ему многоударную такую работу с тем, чтобы сбить Ковалева с прицела. Напоминаю, парни большие, тяжелые, и удар здесь весит очень много. Да, Ковалев бьет очень жестко. В его карьере был один неприятный случай, когда после боя с ним противник, наш тоже парень, оказался в коме и погиб. Тот бокс, который демонстрирует Ковалев, а он, я хочу напомнить, живет, тренируется в Соединенных Штатах, как раз то, чего хочет наконец увидеть зритель. Бокс опасный, ударный, беспощадный. И при этом бокс, а не просто месиво, мясорубка, сумбур. Как видите, достаточно легко и свободно держится Ковалев. И проблемку, конечно, пока что создает Клеверли. Здесь цель Ковалева ясно какая. Чистое попадание. Наш парень не выглядит эдаким культуристом, качком. А в принципе, должен вам сказать, если кто не знает, сильный удар – это, в общем, не столько следствие большой физической силы, сколько вопрос координации. Вот с координацией Ковалева в ударном плане обстоит все хорошо. Очень внимательно действует Клеверли. Любое движение, любая попытка, вернее, сблизиться с Ковалевым, тут же блок ставит. Beautiful stuff. Keep on boxing the jab. Don't get careless. Yes, the lateral movement is perfect. All right. He tried. He tried to wobble. All right. Keep on there. Keep on that jab going. Да, это, конечно, невеликое открытие, которое говорит тренер Нату Клеверли. Он пытается тебя встряхнуть, ударить сильно. Ясное дело, пытается. В общем, наставления те же самые, о которых мы говорили в самом начале боя. Нужно
делать много чего в ринге. Нужно много двигаться и много бить. Пока что Ковалеву не удалось провести удара чистого. Нет, пока что все идет в блок. Британец держится очень уверенно. Понимает, что в скорости его спасение. Ну вот как сбить эту скорость? Туловище. Снять защиту можно только так. Очень неприятно. Рассечение у Ковалева. И как это получилось? Капа вылетает изо рта Клеверли, и публика недовольна. Или это у нашего бойца? Да, Сергею надо поберечь бровь. Пропускает сейчас правой через руку. Ковалев. Нет, удары в голову не проходят пока что. Так защиту не снимешь. Леверли, оказывается, не так-то прост. Уже дважды застает врасплох Ковалева. Очень много боев Ковалев заканчивал просто в начале боя, во втором, третьем раунде. А тут, видно, не тот случай. Вот выразительный повтор. Хорошая атака Ковалева. Но так серьезного урона она Клеверли не нанесла пока. Ну вот, Сергей говорит, что ударили его головой, ударил противник головой, но так... Надо и это иметь в виду, конечно. Клеверли уходит вниз, садится. Так еще труднее пробить его в голову. На самом деле головой идет британец.
Надо признать, что тактика, о которой объявили в штабе Клеверли, которой он придерживается сейчас в бою, она, в общем, спасает его от крупных неприятностей. Он по-прежнему все еще быстр и собран. Маленькие, но заметные успехи Клеверли публику воодушевляют. Не знаю, мне кажется, я могу ошибаться, но зря Сергей принял вот этот темп. Да. Нокдаун. Пытается спрятаться британец под мышкой Ковалева. На этот раз встряхнуло крепко. Поплыл Клеверли. Да, спасается как может. Что там было? Что решил рефери? Он остановил бой или нет? Похоже, что нет. Давай, давай, соберись. Можно и без перевода. Публика приветствует своего бойца, хвалит его за стойкость. Все. Да, друзья, похоже, что осколки челябинского метеорита залетели на этот уэльский ринг и врезались в чемпиона. Он держался молодцом, конечно, Клеверли, но, по-моему, все понимали, что особых шансов у него против такого панчера, как Ковалев, практически нет. Не хочется забегать вперед и говорить, что зашла новая звезда, но все похоже на то, что у нас появится очередной суперчемпион, какими были Юра Арбачаков, Костя Дзю, Арзубек Назаров. На повторе все видно.
досталось-то британцу, конечно, изрядно. Ну что, остается официальная часть. Придется заставить себя встать с этого стула и идти к рефери. Молодцы ребята, что значит настоящие профессионалы, никакой злобы после боя, никакой взаимной неприязни, они делают общее дело. Итак, поздравляю вас с новым чемпионом по версии Всемирной боксерской организации из России, из Челябинска, Сергей Ковалев. Вот так закончился визит русского боксера на британский ринг. Надеюсь, вам понравилось то, что вы видели. Вел программу Владимир Гендлин. До новых встреч!